В прошлом году в Подмосковье стартовала программа «Народные тропы». Ее цель – создать тротуары и заасфальтировать пешеходные дорожки, по которым часто передвигаются местные жители. Городской округ Люберцы участвует в проекте и практически завершил план этого года. Подробности далее. Народная тропа вблизи дома 12 по улице 2 Заводская. Небольшая дорожка протяженностью 62 метра пользуется популярностью у пешеходов. Она проходит вдоль техникума имени Гагарина. По просьбе сотрудников учебного заведения и местных жителей в этом году участок вошел в региональную программу. Работа здесь начата буквально 5 дней назад. На сегодняшний день выполнены все подготовительные работы для асфальтировки. Асфальт приобретается на асфальтном заводе. Он сопровождается всеми сертификатами и паспортами качества. Следовательно, идет определенная гарантия, которую несет изготовитель асфальта и непосредственно мы, как подрядчик по выполнению работ. В работах задействовано 5 человек и 2 единицы техники. Установлено 124 единицы бордюрного камня. Уже через несколько дней жители поселка смогут передвигаться по обустроенной пешеходной тропинке. Проект очень востребованный, поэтому в дальнейшем также будем рассматривать те места дополнительные, которые необходимо сделать для более комфортного пешеходного доступа. И, кстати, на этой территории подрядная организация взяла на себя еще дополнительный объем, которого не было изначально в контракте. Буквально дополнительно 25 метров асфальта будет уложено с торца дома. Всего на территории городского округа Люберцы обустроят 13 народных троп. По контракту подрядная организация должна завершить все работы 31 августа. Но по прогнозам специалистов, со своей задачей она справится досрочно. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.